Так, всем добрый день. Вот эмблемка трактора. Так выглядит панелька, но потом сядем, покажу его. Он старенький, конечно, но работает, работу свою делает. Мне вот надо был фронтальный погрузчик, он там мой стоит, еще надо поработать. Вот Т-25. Вот так. Он старенький, конечно, масло везде течет. Здесь вот табличка такая на топливный. Он трехцилиндровый. Фильтра. Привез. Стартер, генератор, здесь какие-то фильтра сейчас стоят. Так выглядит рабочее место. Коробка передач. Здесь капот, аккумулятор, трехцилиндровый двигатель. Вот так. Водяное охлаждение, забитое, кстати, надо почистить. Ну, трактор не моешь, говорю, дали погонять. Вот такой маленький аккумуляторчик. Так, сзади выглядит вот так. Тут Союз Советских Социалистических Республик. Мы находимся на территории Союза Советских Социалистических Республик. Независимая территория в составе Французской Республики. Шутка, конечно. Так, мой Т-25. Еще один. Скорее всего, скоро приобретет нового хозяина. Ну, здесь бак. Закрываем капот. Давай, родной. Тяжело как. Нелегко. Бам-бам. Тут прикольно у него. Короче, ключик нажимаем, включается зажигание. Сейчас. Он убрать не хочет. Видите, загорелись лампочки. Ручной газ. Вот он. И кнопка старта. Раз, ключик легонечко на себя и выключаем зажигание. Ну, как-то так.